стараюсь отвечать спокойно. Так, надеюсь, вы меня слышите. Татьяна, здравствуйте, Валерий. Как можно купить у вас такие кошечки? Значит, у меня есть электронный адрес по-английски железобсадсип@email.ru. Запоминать бесполезно, лучше зайти на мой сайт, и там в разделе «Контакты» или даже так, где публикации, под каждой статьей везде мой электронный адрес. Вот. Причем много таких, на которых нажмешь, и сразу тут же можно и письмо писать. Вот. И просто сразу сообщите свой адрес, на всякий случай телефон, бывает связь плохая. Вот. Желание купить косточки, сколько чего. Цену я назвал, любая десятка. Так. Даже эти самые, которые... Маньчжурский орех, который по 30 рублей, все равно десятка. Так, я сейчас живу по принципу, как Папандопула, забираю все деньги, я себе еще нарисую. Вот примерно так я сейчас, в таком же разрезе. Забирайте сухие косточки, я еще выращу. Так, ну вроде бы ответил. Завяжется переписка. На худой конец звоните, вдруг что-то бывает, какие-то недоразумения. Наберите мой телефон 8-960-776-8672, я вам отвечу. Приму заказ по телефону. Так, вот это интересный вопрос, Алексея. Знаю, вы противник различных обработок. Да не противник, вот опять. Однако черешня съедает ля. Пробовал обработку золой, не помогает. Только листья увядают, возможно, сделал большую концентрацию химии, пользоваться также не хочется. Как быть? А вот так, химией пользоваться. Во-первых, я не противник обработок. Я же не виноват, что стоит вам пойти на рынок, купить саженец. Даже если он уже изувечен. Почему? Он был выкопан, выдран из земли, изувечены корни. Крону, как правило, никто не укорачивает. Перед нами инвалид другой, ну, первой степени, второй, третий. Так же, как люди есть, без рук, без ног, так и деревья. Без веток или без корней. Вот. Естественно, оно больное и начинает, ему нужно долго, упорно приживаться. Бывает, чаще гибнут, вот видели тот абрикос, что стоит сухой. Так, ну ясно, взяли фактически, видимо, калеку. Так вот, значит, они уже изначально больны. Естественно, без обработки, а вдруг выживет, и я бы пожалел. Ну как пожалел? Я вам не успел показать или показывал. А, нет, просто там ниже. Я вам всего лишь третью часть материала показал. Там у меня лежит 4 саженца с обрезанными верхушками. Сергей пошел на рынок. Вот он молодец, он медленно до него доходит. Так, недавно второй ребенок родился, можете его поздравить. Замотался так, но он умудрился пойти на рынок, купить 4 саженца. Один из них назывался Нектарин. Покупал неизвестно у кого. Но я говорю, ты что, не понимаешь, что тут нектарин, он даже рядом с нектарином не рос. Он говорит, пусть, сейчас поймете. Потом второй саженец, третий, четвертый. Мы эти 4 саженца рассмотрели. Тот, который нектарин, я взял себе. Для чего? Посадил, он умрет 100%. А я ветки с него срезал. И вы увидите на фотографии в другой раз, там все они отрезаны ветки. Вот. Это называется селекция. Какая мне разница, откуда он привезен? С Молдавии? Согласен. С Украины уже живут у меня. Вот. Я хочу удивить вас, у меня это... Ну, не дошло до той фотографии. Ой. У меня сейчас зацвел этот персиковый абрикос с Украины. Помните, я рассказывал, что банки... Плоды не влазили внутрь банки. В стандартную банку горло не влазили плоды. Вот он цветет сейчас. Ну, правда, долго про это рассказывать, пока не удалось достичь того, что на Украине. Может, из-за погоды или манчжурец характер показывает, геном переламывает. То, чего не может быть никогда. Недавно выволочку получил от одного из ближайших друзей, который стоит на позиции традиционного садоводства. Ну, посмотрим. И вот, значит, таким путем получается так. Но мы-то взяли ветки на прививку, остаток посадили. Естественно, что шансов, что выживет, мало, но эти, которые ветки мы привьем на дикарей, пойдет. А то, что человек привез с рынка, это больной наверняка,
Но он не хочет просто выбрасывать его, послушав меня. Тогда надо брать ядохимикаты. Против тли годятся любые ампулы. Можно по старинке, интавир, там таблетки. Но я им никогда не пользовался, поэтому доверия нет. Например, я, например, помню карате, помню... И сейчас все где-то валяется уже просроченными сроками. Все, память подводит. В общем так, ампула, к ней инструкция, в инструкции через запятую. Против там тли, может быть даже тараканов, против гусениц. Лишь бы было слово тля. Разводите. Написано, что там 2 миллиграмма на ведро воды. Это немного. Этим вы не отравите почву. 2 миллилитра, вернее, не миллиграмма на ведро воды. Проверял 100 раз. Бывает на 5 литров. Написано на 5, разводите на 5. Уничтожает ли только так? Тля за лето, по одним данным, 6 раз может вылететь. Ну, то есть нет, по моим данным, Сибирь. А по официальным данным 16 раз, но это, видимо, на юге. У меня тля жрет только сливы, но не все, только один вид слив. Она у меня жрет только ринклоды. И яблони, все. Больше абрикосом не приближается. Черешня, как у вас, не приближается. Вот. Но я вынужден, не я, нет, и тут немножко, не, как бы сказать, недопонятка. Вы противник различных обработок. Я говорю не так. Мой сад не пример, это экстремальный сад. Взрослые деревья, есть там тля, нет ли, опять же, на яблонях, сливах, ринклодах, даже к ним не подхожу, вообще не поливаю, не обрызгаю. А у Сергея питомник. Если листья скрутит, зачем деньги заработает? Он же осенью должен здоровенькие саженцы продавать с листьями прямо. И вот, значит, это получается ампула на 5 или на 10 литров, согласно инструкции, только она. Но тут надо учесть, что вы должны быть внимательны. Только первый листочек скрутит, а они всегда на одном из верхних, самых такие нежные листики с такой... сочненькие такие, они нежные-нежненькие. И вот там снизу прицепляется одна маленькая черная точечка. Разглядели, подошел, пшикнул. Ну и для профилактики все соседи. Вот. Только верхушечки, все, тли нету. А уже когда упустили, когда листья на пол дерева свернуты напрочь, когда там эти самые, ура, уже эти самые, наконец-то их заметили. Не вырастили, а заметили. Муравьи и начали на халяву лазить по дереву, вот тогда вы уже будете на дерево не прыснуть, так пшик, и дальше пошел, как я. Вот, питомники, подчеркиваю. А когда взрослое дерево, хотите прыск, хотите нет. Проворонили, где-то лишнюю неделю не попали в сад, смотрите, полно листьев свернуто. Прыскайте, толку, конечно, уже мало, дерево обычно прекращает рост, потом переболеет, потому что она болеть начинает, когда часть листьев жрут ее там сотни тлей, а вы же каждый листочек-то разверните на взрослом дереве. Попробуйте развернуть. Они же там для чего скручивают листья? Чтобы до них не добрались никто. Ни вы, ни другие эти хищники. Вот и все. Без тли, забудьте все, сколько я когда-то тоже это проверял. Вы пишете зало, не помни. Только ядохимикаты. Все. Но вовремя, в минимальных количествах, и тогда и наблюдательность. Видите, как долго отвечал. Зато по делу. Как поведет себя подвой, если привитую почку не подрезать близко к прививке, а оставить пенек несколько сантиметров? При прививке почки возможно ли, что подвой отсохнет с заживлением среза безопаснее? И так плохо, и так плохо. Ой. Вообще все плохо. Оставите пенек, он гнить начинает, потому что в нем нет снабжения. Вот, черт возьми, жалко я сегодняшнее. Я не ожидал такого ответа. Я сегодня приготовил вам ответ, как чувствовал. Но это у меня все еще в этом фотоаппарате. Так. Плохо. Вот когда нету пенечка, морозы особенно, может отсохнуть. Почка, да, если оставляешь выше почки пенечек там, несколько сантиметров, пенечек может сгнить, начало гниения всего дерева, потом не остановишь. И так плохо.
Лучше не. Так. Ну вообще-то давайте на всякий случай пенечек не оставляйте. Окончательный ответ. Сегодня делал обход абрикосовых посадок. Первые плоды уже 20 на одном дереве бая. Ну что, поздравляю, Ренат. Что я скажу? И добрый вечер, и вам добрый вечер, Ренат. Ой, здорово. А, это я снизу вверх пошел. Так, сегодня, видимо, своей богоискательской темы вас достал, потому что, да, я заметил, с каждым этим все вопросов все меньше и меньше, с каждым вебинаром. Когда-то я не успевал даже отвечать. Что, все? Или еще где-то есть? Может, я не понимаю, где-то надо? Антон Валерьевич, будем закругляться или где? Как мне вашу эту реакцию увидеть? Или еще будет вопрос? Ну и потом, если совсем будет мало зрителей, то мы просто прекратим вебинары. Кстати, пока я чего-то жду, видеозаписи всех вебинаров здесь. Почему бы вам их не купить? Антон Валерьевич, жду вашей реакции. И может еще кто-то ждет. На всякий случай говорю, следующий вебинар будет уже независимо, это помните, как выражение знаменитое, театр должен показывать спектакль, даже если один зритель в зале сидит. А у меня еще не все сказано. Я же на ваши же вопросы не на все ответил, к сожалению. Ну, полчаса вы мне простите, которые я потратил. Я хотел за церковь заступиться. Ну, нельзя так быть мальчиками для битья. Мне надо сейчас до ваших детей добираться. Но это отдельная тема. Как сделать, чтобы они видели то, что вижу я? Помните эту гусеницу? Ну какая симпатяга, а? Какая симпатяга? Разве можно я в это? Я же их, ну конечно, отдаю их на корм муравьев, выращиваю муравейники. А на самом-то деле, я их тоже жалею. Они предназначены как корм. У меня был случай, я тоже это говорю, если вы меня слушаете, конечно. Когда это еще был сад на острове, я развел. Боже, он посреди леса, хоть и остров, посреди леса. Сколько там этих поселилось. Зима началась, схватился за голову. Кругом висят эти мешочки из этого, из паутин. И на паутинке, а внутри гусеница. Это не надо быть специалистом. Ужас. Я ходил с ведром полсада. Как опыта добирался? Полсада мне хватило терпения. Я брал ведро. Ведро на дне солярка. Ну, что, я же грамотный. Председатель хозяйства читал. Вот. И хожу. А деревья были еще молодые. Я почти до каждого этого доставал. До каждой. Вот на паутинке висит гнездышко. Ну, кому надо, посмотрите. Фотографии нет. Как объяснить? Ну, вот висит гнездышко. Там я знаю, что внутри в свернутом листочке это как бы запечатанным, так может быть, да, запечатанным. Сидят эти личинки гусеницы, а весной оживут. Я полсада, у меня было деревьев около 2000 на 5-гектарном саду. И вот на половине я, значит, отрывал, 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 отрывал. И с ведром хожу, а на дне ведра солярка. Вот. Ну, как учили. Хотя зачем она была солярка? И так бы никуда не убежали. И вот, значит, с половины. А с другой с половины нет. Я вот приходит весна, я с ужасом жду. Ну, не хватило терпения. На заводе работал. Когда там успеешь такой объем работы? И это одна половина остались висеть. Огромное количество. Один год так бабочек было. Ой! Казалось, белых бабочек этих, казалось, идет снег. Когда они откладывали эти самые свои личинки. Казалось, идет снег. Их было немерено. А их через тучу бабочек даже трудно было смотреть. Вот попадались такие года. Все. Я тогда думаю, ну все, полсада. И остались они висеть, эти весна, а они висят. Эти самые запечатанные гнезда.
Да, ну, полсада точно будет без единого листика. Что вы думаете? Пришла весна. Я давай ходить и отрывать их уже, думаю. А они пустые. Птицы выклевали все. И вся моя зимняя страх вот этот, что мне некогда этим заниматься, вот, этот страх оказался напрасный, что-то это. Птицы все сработали. Вот так вот. Век живи, век учись. И не надо было идти обрывать. Нет, это не значит, что не надо. Если у тебя дачный сад 20 деревьев, отрывай, что, трудно, что ли? Спокойнее будет жить. Так. Что-то тут написано. Я слушаю, написать смогла только когда ВК подключилась. Это весной купили у вас косточки. А что, теперь же фамилия показалась знакомой. Домасевич, если нижняя почка из трех на черенке тронулась, остаток стоит отрезать, не просушив почку? Конечно, стоит. Но не спешите, не спешите. Успеете, потом срежете. Вот, сразу не надо. И бывает, что чуть позже раз и пойдут. А так все равно. Пусть лучше, пусть неполноценные будут, как бы дополнительные, но я не сторонник, даже если дерево выглядит уродливо, но живое, то лучше лишних ран не делать. Так, вы говорили, что вас слушают одни пенсионеры. Неправда, мне 33. И я не одна такая. Спасибо вам за ваш ответ. У меня вопрос. Есть ли шанс у абрикоса на приживаемость прививкой в расщеп на сливу? На одну сливу треветочки привиты. Ну, конечно, а что? Я с этого начинал. У меня не было абрикосовых подвоев. Вот, я несколько лет ел абрикосы, пока они не погибли. Ну, только век короткий, да, что? А прививка в расщеп означает, что слива толще абрикоса, и это хорошо. Пусть абрикос вначале еще догонит сливу по толщине, а потом еще когда обгонит. Я всегда говорю, есть подвой сливовый, значит, желательно, чтобы он, допустим, 3 года. Веточку однолетнюю прирост последнего года абрикоса вставляешь или приматываешь, пока еще обгонит подвой. А когда один к одному, вот у меня там, помните, была прививка один к одному. Красивая такая прививочка, уличная капулировка. Я преподносил ее как идеально. Но у меня всегда абрикос манжурит самый гигант. Вот. Ой, я ж там еще это. Жалко, что не все показал. У меня такие фотографии все интересные. Но получается так. Слева меньше абрикоса, как правило. Значит, расщеп очень удобный, хороший способ, я считаю. Очень даже неплохой способ, когда начинается с того, что да, слива не лучший подвой, но пусть он хотя бы будет толще в момент прививки. Вот так выразился. Ну что, друзья, хватит голову морочить. Когда наступит день, когда я последний раз проведу семинар, после этого ждите траурное объявление. Раз я буду молчать, значит я тут же и помру. Вот. Мне самое страшное время, это когда сейчас, когда никому ничего не надо. Никому. Сколько у меня примеров дури этой жизненной. Господи, это побелка дикороста по всей России. Это ужас. Это дикоросов. Дурь, дикость невероятная, неподъемная. Кто-то на деньги зарабатывает, мы платим за это. Зачем? Сколько людей занято? Сколько это? А теперь уже краска в ход пошла. Ай. Ладно, у меня таких примеров десятки. Ну что, прощаться будем. Давайте, друзья, до свидания. Следующую субботу, как обычно. Как обычно. А потом, когда вопросы от вас вдруг иссякнут, хотя я сомневаюсь, то я просто всю галерею свою перетрясу. Знаете, как это интересно копировать? А, сейчас, наверное, уже не видно будет. Все, 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 проехали. До свидания, спокойной ночи. А то я сейчас на второй круг пойду. Рад был встрече с вами. 33 года, да, молодежь. Эх. Где моя молодость? Я уже телефон бы вас спрашивал. Вот. И подробности. До свидания. Спокойной ночи.